Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас, девочки, выберите императрицу и узнайте ваше ближайшее будущее. Буквально на неделю я вам расскажу. Итак, вот такая императрица под номером один. Вот такая императрица. Выбирайте, какая вам больше нравится. Вот такая. Прям по ощущениям, да, какой больше вы себя видите императрицей. Ну и, соответственно, надеюсь, что все выбрали, и рассказываю. Значит, для тех, кто выбрал императрицу вот такую, в ближайшую неделю, девочки, вас ждет какой-то отдых, торжество, праздник, да, ну, в общем, что-то веселое, такая веселая будет для вас неделя. Веселая, скоростная, быстрая, возможно, какие-то перемены, благоприятные, конечно же. Для тех, кто выбрал вот такую императрицу, для вас в ближайшую неделю будут какие-то романтические свидания, знакомства, улучшение отношений, возможно, даже предложение руки и сердца. Для тех, кто выбрал вот такую императрицу, для вас успех будет в работе, карьере, бизнесе, финансах. Если нужна смена работы, да, или устроиться на работу, то ближайшая неделя будет для этого очень благоприятной. Ну, для тех, кто выбрал вот эту последнюю императрицу, вас ждут домашние дела. Может быть, займетесь генеральной уборкой, не знаю, шторки поменяете, может быть, как-то благоустроите свое жилье, может быть, затеете ремонт. В общем, будете заниматься именно домашними делами или творчеством.